А в детской клинической больнице номер 3 на Красном проспекте из-за дождя накануне обрушился потолок. По рассказам пациентов, навесная конструкция из гипсокартона в здании инфекционного отделения на третьем этаже не выдержала тяжести накопившейся воды, которая, вероятно, попала туда через прохудившуюся крышу. Плиты рухнули вместе с электропроводкой. Чудом не произошло короткого замыкания. Детей уже перевели в другие помещения. Сегодня, по словам медиков, никакой опасности для маленьких пациентов нет. Ливневка, она же горизонтально идет по всему корпусу, сверху вниз, да, с крыши до подвала. Поскольку вот эти вот дожди, они, в принципе, бывают очень обильными. Мы еще вывели часть возможной обильной воды на бок, чтобы на кровлю шло. А через кровлю уже через дополнительные трубы уходило, чтобы не попадало внутрь корпуса.